ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД России по Ростовскому району установлено, что данное нарушение совершено жителем города Ростова 1999 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений совершил данное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244. Гражданин задержан и арестован. В настоящее время проходят следственные мероприятия.